назад, да? Ну да. Просто нажми один раз. Ну все, я тебя вижу. Короче, вот у нас Сергей Евреевич сидит. Вот, на фоне ледника, вот там ледник где-то, у него башка видна. О, все. Ну, короче, у нас вот такая красота здесь. С какой... О, а так я не вижу тебя, слышишь? Я повернул, там поляризация разная, меня затонировало. О. А, ну это ты же через очки смотришь. Ну, конечно. Там же этот жидкокристальный экранчик. Вот прям рядом так, если серый так налево упадет и с ума сойдет, ну так снизу. Покатится и найдем где-то его вон там, под этим, под ледником. Плохо руки почему-то трясутся, нужно это, видимо, с этим. Там увеличение до 20. Хорошая камера. На десятка бинокль уже трясется. А тут легкая камера и двадцатка, это как бы... Товарищ Конюхов, расскажите, как вы дошли сюда пешком или доплыли на лодке? Как вы застряли в этих вечных льдах? Как вы до этого дожили? Как вы до этого дожили? Только этот, серый. Валлаху акбар. Бородатый, слушай, что-то сидит человек, рюкзак кечуа. Очки тонированные. Какая-то шапка на нем американская непонятная. Не бритые. Говор не наш. Глаза хитрые. Шпион, кажется, американский. Вот это все. Ледобур. О, посмотри, не русский тоже. Наши со Славутичем ходят. Они с этим. Они с Соломоном. На еврейскую разведку работаем, товарищ. Вот немного мы не дошли вон туда, по этой гряде. Вот так вот собрались. Топот, короче, вон туды-туды. Вот, а потом вот отсюда надо было вот так в бок спуститься вниз и подниматься вот так вот наверх. Ну, Серый, конечно, готов был туда попереть, остаться и жить, но, к сожалению, здесь я был взят для того, чтобы немножко окстить его в нужный момент, одернуть руку товарища, в принципе, проявить благоразумие. Так что вот он здесь сидит, чай попил, руки, ноги на месте, красив, все. Ты носки будешь менять?